Здравствуйте, с вами Андроид. Андроидыч сегодня хотел рассказать о новом файтинге экшене под названием Batman Origin. Batman Arkham Origins. Она представляет себе, как я понимаю, файтинг. Если вы играли в игру, Injustice такая игра есть, она очень сильно на нее похожа. Она примечательна тем, что она полностью бесплатна, полностью. Вот. Вот наш Бэтмен. Мы сможем ему менять различные костюмы Бэтмена постепенно, их покупая, улучшая. Потом мы сможем различные навыки у него повышать, как вы видите. Они потом постепенно открываются. У нас определенный уровень есть, который у нас постепенно будет повышаться. Дальше, что у нас тут есть? Так, различные стойки, как вы видите, тоже мы сможем с вами улучшать. Стоит определенное количество денежек. Дальше, что мы тут можем делать? Так, вернемся назад. Скрываем. Потом мы можем стойку. Ну, вот также показаны, какие характеристики данного костюма. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. Графически игра очень круто сделана, и она полностью на русском языке. Бесплатный на русском, и такой экшен, я думаю, многие с удовольствием данную игру скачают. Но вот у нас карта, по которой мы с вами путешествуем. Давайте мы выбрали карту, нажимаем «Начать». Это у нас типа загрузочный экран такой. Как у нас управление. То есть мы тапаем в определенную часть экрана, мы с вами ударяем нашего врага. Для того, чтобы поставить блок, мы просто сжимаем две кнопки. Вот. И тем самым вот так вот свайпаем и держим блок. И нам никакого дэмидж не наносится. А поэтому, помимо этого, мы можем просто вот или вот так блокировать, или вот у нас кнопка есть блока. Есть у нас различные специальные удары. Вот мы можем вот так вот свайпать, у нас дэмидж гораздо больше наносится. И вот у нас специальная атака есть, которую мы применяем и атакуем нашего врага. Но, к сожалению, я промахнулся. Первого соперника я завалил, теперь остался второй. Мы можем также в определенную стойку вставать с вами и вносить более сильный удар или восстанавливать себе жизнь. Так, враг у нас, наш соперник пытается что-то сделать, но мы сейчас чувствуем его... Одолеем. У нас критический удар сейчас мы ему сделаем. И быстренько мы его сейчас завалим. Итак, удар ногой, и он умер. Так, что тут у нас просит сделать? То есть мы сейчас увеличили свою ярость. И будем сейчас, наверное, больше дэмэдж наносить нашим врагам. Очень интересная игра. Она будет популярностью пользоваться 100%. Все-таки Бэтмен это такой персонаж, который все, каждый ребенок и взрослый знает. Все-таки это известный супергерой. Вот, поэтому, и как видите, графика очень круто сделана. После прохождения мы зарабатываем различные уровни. Давайте дальше посмотрим. И различные навыки приобретаем. Различные, вот. Мы можем, там, батаранги у нас появляться будет, броня, плащи. Будем разблокировать их, улучшать костюм Бэтмена. Вот у нас появился какой-то навык или что. Давайте мы его приобретем. Нажимаем купить, покупаем. Угу. Возвращаемся дальше. Так, куда еще? Давайте сейчас посмотрим. Еще какой-нибудь уровень в него поиграем. Вот они постепенно появляются. Контролируемый хаос называется. Вот мы тут можем зайти в усиление, как вы видите. Можем различные усиления. Но для этого нужно потратить вот эту какие-то специальные монетки. Давайте попробуем. Вот потратим. И увеличиваем перезарядку. Для особых атак. И сейчас мы, думаю, легко и сможем и просто одолеть наших врагов. Просто сможем их распинать к чертовой бабушке. Вот. Еще один враг. Что-то они очень сильно похожи на друг друга. Вот у нас, как я понимаю, наши усиления, которые у нас имеются. Давайте попробуем атаковать его. Провожу я комбинацию сверх. Против нас, как я понимаю, будут бороться 4 человека. Вот сверху показано. Вот. Надо 4 человек нам завалить. Итак. Так, у чувака дубинка, которой он защищается. Атакуем его, атакуем. Ставим блок. Успели мы поставить блок. Так, используем. Ого, вот уже с ножом. Чувак с ножом. Ну, сейчас мы его попробуем легко и просто одолеть этого чувака в маске. Ну, как он режет так хорошо-то, а? Второго я уже завалил. Третьего, то есть остался последний чувак. Сейчас мы его попробуем тоже завалить. Вот можем восстанавливать, кстати, жизни. Мы можем ли восстанавливать жизни, когда меняем стойку, или какую-то, как понимаю, атаку применять. Ну вот и четвертый соперник повержен. Очень интересная игра. Советую, как только вы увидите мой обзор, обязательно идти в PlayMoogle и его скачивать.
С вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.